Так, добрый день еще раз. Сегодня у нас на распаковке вот такая вот штука. Это называется иерихонская роза. Это такая штука. В общем, сейчас я вам расскажу историю. Значит, что это... Так, а сейчас подскажите, с чего посмотрим. Может, это не она. Может, что-то другое. Нет. Все верно, это иерихонская роза. Значит, что это такое? Это такое растение, которое вот до 50 лет может жить совершенно спокойно в таком засушенном состоянии. Если вы немножко польете на нее воды, она начинает расцветать, распускаться и превращается в зеленую такую, ну, достаточно красивую, даже с цветками, какой-то такой типа, ну, такая розетка из листьев получается, и в середине небольшие маленькие цветочки. Если вы ее прекращаете поливать, то она опять превращается в такой вот комочек. То есть суть ее, конечно, в чем? То есть, допустим, если у кого хотите удивить там на дне рождения или на каком-то там празднике, то это можно сделать прямо в присутствии людей. То есть положить, взять, налить блюдечко немножко водички, поставить туда вот эту иерихонскую розу, и пока вы будете праздновать, она у вас, помимо того, что она из такого шарика превратится, она раскроется вся, и через какое-то время она начнет зеленеть. Значит, как я уже сказал, то есть ее можно спокойно, совершенно потом перестать поливать, она у вас высохнет опять до такого же состояния. В циклах может быть немереное количество, живет вот в сухом состоянии, живет до 50 лет. Иногда даже больше. Катается вся эта шняга по пустыне, засыхает, катается, пока не дает какую-то лужу. Соответственно, прилипает к этой луже, начинает цвести до тех пор, пока не наступает следующая засуха. Следующая она снова высыхает и снова начинает кататься в поисках воды. Попадая в воду, снова начинает цвести. Идея это такая, почему иерихонская, это воскрешение, как бы воскрешение из мертвых. То есть как мертвое растение может снова ожить. На самом деле очень интересно и очень такой необычный подарок и сувенир, можно сказать. И так просто произвести впечатление своих друзей. Значит, я вот заказывал, мне пришло 3 штучки. Вот 2 здесь, в пакетике, и 1. Вот одну я держу в руках. Стоит она недорого, что-то рублей 20 или 30. Но поверьте мне, когда вы это все погрузите в воду, то вы просто поразитесь и поразите всех окружающих. Это того стоит. Это на Пасху, например, как Христово воскрешение. То есть вот можно поставить этот вот розу как символ воскрешения Христа из мертвых. Ну вот, я сейчас не буду ее оживлять, а так вообще я говорю, то есть в интернете есть очень много на самом деле, все статьи про нее списаны под одну копирку, то есть они все одинаковые, то есть суть, что берете блюдечко, немножко наливаете водички, ставите ее, она у вас начинает просто распускаться. Можно сверху немножко полить, сильно поливать нельзя, иначе она просто загниет. Вот, так что все удовольствие там около 20 рублей. Так что если кому-то понравилось, кто-то хочет такую штуку себе там на день рождения или кому-то в подарок, ссылочка будет под видео. Все, а так на 7 с вами прощаюсь. Все, всем привет, удачи и, в общем-то, берегите себя, подписывайтесь на канал.